Добрый день, дорогие друзья! Мы снова с вами в шоуруме компании «Атака». Вы снова смотрите наши ролики, а меня по-прежнему зовут Михаил. В сегодняшнем ролике я расскажу вам про очень интересное изделие, которое мы в компании «Атака» производит уже, наверное, лет 5 или 6. И это изделие – это бандольера для переноски 50 патронов 12 калибра. Где применяются патроны 12 калибра? Ну, во-первых, это на охоте. Второй момент – это для стрельбы спортивной. И третий момент – для самообороны дома. Четвертый момент – это в каких-то тактических операциях, в которых используются помповые ружья или тактические карабины на их базе. Поэтому 12 калибр очень популярен во всем мире. И однажды, лет 6 или 7 назад, нас попросили изготовить такую бандольеру для переноски 50 патронов. Почему 50 патронов? Потому что в одной коробке, в которой продаются патроны 12 калибра, их ровно 25 штук. Значит, в одном таком поясе помещается у вас в одной такой бандольере ровно две коробки патронов. Для того, чтобы переносить их с собой, это не пояс, который носится на талии, это пояс, который одевается вот так вот через плечо. Он позволяет прокручивать его, когда у вас винтовка в одной руке. Он позволяет его одевать одной стороной или другой. И, допустим, у вас патроны могут быть, по мере того, как они расходуются, вы переворачиваете бандольеру и используете следующее. Либо второй вариант, у вас в бандольере патроны могут находиться группами. Допустим, в одном будет дробь, в другом картечь, в третьем там пуля. И вы можете, выбирая, прокручивая бандольеру на себе, выбирать ту группу, которая вам необходима. В случае, если необходимо бандольеру либо пополнить, либо быстро сбросить, у вас в центральной части расположен фастекс, который позволяет быстренько скинуть бандольеру. Чем такая бандольера удобна в случае самообороны дома? Как сказал один наш клиент, когда купил ее себе, у меня на одном гвоздике висит и винтовка, и боекомплект. То есть она достаточно длинная для того, чтобы 50 патронов, я думаю, хватит для защиты любого дома. Теперь, что хотелось бы дополнительно интересно сказать про конструкцию этого изделия. Я покажу уже на пустой, как бы, чтобы не вынимать 50 патронов. Значит, как она устроена? Внутри этой бандольеры проходит очень плотный ремень, плетеный на основе нейлона. Крепкая нейлоновая нить. Но более того, с лицевой стороны этот ремень обшит тканью кордура, которую вы на свой заказ можете выбрать любой цвет, который вам необходим. Койот, олива, черный, мультикам. То есть вот, допустим, вот эта модель выполнена с наружной отделкой в тысячной кордуре мультикам. И очень популярный товар. Но кто-то любит, чтобы изделия у него были без камуфляжа, и поэтому койот, олива или черный точно так же пользуются популярностью. С лицевой стороны, как вы видите, расположены вот эти резиновые слоты. Это очень мощная резинка, необычная, не такая, какая-то используется в трусах и где-нибудь еще. Это очень плотная, повышенная плотность резинка, которую мы заказываем специально на одном предприятии, которое изготавливает обувь. И эта резинка используется в очень крепкой и профессиональной обуви. Поэтому за счет натяжения этой плотной резинки у вас патроны удерживаются очень плотно. Но второй нюанс, как говорил еще один мой знакомый, то, в принципе, это популярная поговорка, дьявол кроется в мелочах. Особенность нашей бандольеры от компании «Атака», чего нет ни у одного другого производителя, то, что тот ремень, про который я вам вначале говорил, из нейлона, он не просто ремень, а с внутренней стороны он покрыт латексом. Это специальный такой материал, который латексная нитка вместе с нейлоновой ниткой плетут этот ремень. И получается так, что с одной стороны ремень гладкий, а с другой стороны он покрыт таким резиновым слоем, который не слазит в течение всего срока эксплуатации. На всю ширину этого ремня и на всю длину этого ремня. И поэтому, когда вы вставляете в патрон в обычную бандольеру другого производителя, у вас патрон удерживается только резиночкой, вот этой вот. В нашем же варианте, как бы, мало того, что резинка у нас более плотная, чем у других производителей, внутренняя поверхность всей бандольеры, она сделана с латексным покрытием. И получается, что когда вы вставляете патроны,
у вас патрон удерживается не только резинкой, но и специальным обрезиненным покрытием внутри каждого слота, в котором лежит ваш патрон. Поэтому такая конструкция получилась очень удачная, не громоздкая, очень востребованная у наших покупателей. И второй момент, почему она популярна, потому что по сравнению с аналогичными импортными товарами, даже ну, таких известных производителей, там американских или американских, которые шьют в Китае, я тут патрончик вынул, цена получается примерно в 2-2,5 раза дешевле. Вот. Это, как обычно, отличает компанию Атака не только цена, то, что она дешевле, но и продуманность конструкции, которая в мелких, но продуманных деталях делает любое изделие компании Атака лучше, чем его отечественные конкуренты, и не хуже, чем любые другие импортные производители. Поэтому, если любите пользоваться 12-м калибром, если любите ходить на охоту, если занимаетесь тактической стрельбой из винтовки 12-го калибра, рекомендую вот такую бандольеру. Более того, я вас могу убедить в том, что многие наши клиенты, которые купили эту бандольеру, остались очень довольны и до сих пор ее пользуются уже много-много лет. Вот все, что я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы на канале Атака Медиа. До новых встреч!